Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Всем привет. Меня зовут Ведьмак. Продолжаем играть в Surge, пока я бегу. Тут, понимаешь, за своими душами. Вот сраную локацию номер 3 в этой игре. Потому что все они выглядят примерно одинаково. Я их могу только по номерам различать. Больше они вроде ничем, в принципе, друг от друга не выделяются. В конце предыдущей серии я тут повоевал немного с бульдозером. Будем его так называть, за неимением лучшего названия. И между сериями я попытался его убить опять. Но, к сожалению, не получилось. Дело в том, что он тупо спамит одну атаку круговую. В момент, в который его нельзя тронуть, и она практически ваншотает. Вот, плюс к этому еще и... как бы там ядовитая жижа, летает дроиды, я понял, что ну его нахер, пусть разработчики сами и убивают, если им так хочется. Ну, а я пойду дальше по сюжету. А где мои, кстати, души? Я что-то не уверен. Я где-то их, по-моему, в другом месте потерял. Сейчас мы этого дебила завалим. Как-то так. В предыдущей серии мы тут бабку какую-то освободили. Вот. Но она уже куда-то ушла. С этой локации. Казалось, что за ней пришли. Ясно. Я чудом избежал сейчас прыжка этого мудака на меня. Пробуем его сейчас забить до смерти. Сейчас он, наверное, сиганет, да? Кое-как. Ой-ой. Не надо. Ты, конечно, крутой парень, я знаю. Ну, давай, бей меня. Бей меня полностью. А я буду тебя контратаковать, парень. Отлично. Замечательно. Запчасти возвращены. 7000 душ. Да, мы пойдем до... бляха. Мне туда надо. В этом проблема. Короче, в лаборатории бабки оказался какой-то подвал. Она, видимо, ушла именно туда. И нам надо бы за ней двигать. Он всегда так, кстати, делает. Если его бить просто так, ну, просто подходить и бить, то он всегда на противоудар бьет. Сука. Вот так вот он делает. Всегда. По-другому не бывает. Конченые мобы. Ладно, бежим дальше. Наконец-то вниз, наконец-то я узнаю, что там хотя бы. Кроме миллиарда мобов, конечно же, которые захотят меня уничтожить. Тоннели снабжения. Потрясающе. Клетка не уничтожается. Тоже ничего не было. Я чую подставу. Где-то тут сидит какая-нибудь... А, он сидит. Ты один тут такой? Всего 30 дэмэджа нанес. Отвали, мразь. Какой-то куб просто на колесах ездит и все. Даже не на колесах, а на антиграве. Новый имплант. Ну, это, кстати, неплохой имплант. Я бы его поставил, но, к сожалению, мы можем это делать только у костра. В медстанции. Поэтому придется идти дальше пока что. Очередная тепличная локация, да? С цветочками, которые крутятся зачем-то внутри этой бочки. Я вот этого так и не понял. А, ну здесь даже не крутится. Упс. Я не понял. О, смотри, пацаны ломятся. А, мне насрать. Пусть ломятся. Я вообще мимо проходил. Не вмешиваюсь в ваши личные половые дела. Так, тут нас не пустят. Понятно, что их сейчас придется убить. Вот. Бабка где-то там, видимо. Убей его.
Давай, давай, давай. Пыхай, пыхай, родной, пыхай. Блин, больно пыхает так-то. Я пытался с них выбить их оружие, этот огнемет, но, видимо, нет, не выпадает оно. О, нет, 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 нет. Что же такое-то с тобой случилось? Fuck you! Fuck you, я понял. Смотри, как мне интересно, бабка. Ты меня здесь заперла вообще-то с этими мудаками. Пошла ты нахер! Валю тебя, тварь! Чё я не могу её убить? Могу её убить? Мудак вообще-то. На, тварь! На! На! О, энергоблок ботокс, теперь я могу себе ботоксовые инъекции ставить. Right. Though, myself, называется старость, бабка. Yet, ну как-то так, что там раздуплилась обратно, не? Не, она что-то навсегда, похоже, обиделась, да и хер с ней. Не, ну а какого хера? Взяла мне, заперла здесь, значит, с этими мудаками. Говорит, бей их. Угу. Мне вот больше делать нехрен. Кроме как бить их. Хотя, наверное, я сейчас тут запорол какую-нибудь квестовую цепочку, да? С этой бабкой. Хьюго Чавес, или как ее там зовут. Места знакомые. Тут все места знакомые, потому что они все одинаково выглядят. Станция... А, это я вышел. Понятненько. Удобно, удобно. Пошла нахрен. Не, я же не это хотел сделать. Впердолим. Имплант, имплант. Поставлю сюда улучшение выносливости второго, третьего уровня, да? Хорошо, хорошо. А, наверное, такие я, по-моему, ничего не могу сделать полезного. Где мое любимое оружие? Пока его улучшить не могу, да? Как и свои запчасти. Ну, руки, что характерно, для рук есть три таких запчасти. Но где я их взял, неизвестно. Так, попробуем вернуться к бабке. Может, она раздуплилась там. Я, конечно, в этом не уверен, потому что я и втащил знатно. Но... А если нет, то и хер с ней. Не, смотри, она обиделась навсегда, похоже. Э, алло! Блин, дай пес с тобой, господи. Так, я где-то на этом уровне, я помню, видел... Двери, которые открываются при помощи этого дроида. Вот только я вот в упор не помню уже где. Это вечная проблема всех метроидваний для меня, что когда надо вернуться и использовать эту какую-нибудь новую опилку, то ты уже не помнишь, где ее надо было использовать. Сучка. Я бью медленнее, чем вонючий робот. Вот факт. И сам упал. Ну, конечно. Че, молодец. Придурок. Все-таки не нравится мне местная боевка. Из-за своей медлительности, тяжеловесности. И плюс еще к тому, персонаж часто делает вовсе не то, что ты его просишь делать. Вместо того, чтобы остановиться, он продолжает бить. Вместо того, чтобы один удар нанести, он наносит 10 подряд. О, она куда-то свалила. Ну ладно, возможно, и потом ее найдем. По ходу игры. Я свои 495 душ должен поднять. Ясно. Ящик меня победил. Ладно, к дроидам надо... К роботам, точнее, надо чуть повнимательнее относиться. Потому что они все-таки не такие простые, как может показаться.
А, то есть ты ждал все это время, да, вот мразь. Я сейчас опять упаду туда. Хорошо, хоть нет. Да заткнись ты, не гунди. Мешает. Сосредоточиться на драке. Все-таки меня подпалило, вот шлюха. Да иди в баню. Еще за тобой гоняться, что ли, буду. Не попал, посмотри, а. И что за сука-то такая? Это уже начинает бесить, если честно. Тратить столько аптечек на вонючих роботов. Но я упор не помню, куда идти. Как обычно все. Подожди. А, я там открыл двери, да? Там был, по-моему, просто ништяк. Я помню, были какие-то дверки. Там, типа, нарисован этот дроид. Что его там можно и заюзать. Но пока ни разу не получилось этого сделать. Дохну я в этой игре, кстати, гораздо чаще, чем Dark Souls, например. Я про тебя забыл. Ну да. Слишком медленные атаки. А быстрые атаки, они практически не дамажат. У меня завонял, тварь. И стамина не восстанавливается. Это потрясающе. Потрясающие мобы. Потрясающие мобы, которые бьют, даже когда ты их лупишь. Потрясающие мобы, которые бьют без КД. Делают любые атаки без КД. Потрясающие ворота, которые не дают инвульнерабилити фреймов. Вообще никаких. Потрясающие аптечки, которые не пьются, пока ты выполняешь комбо. Короче, вот такая проблема. Постоянная проблема в этой игре. Маленькие, но бесящие проблемы. И ты понимаешь, что в то время как разработчики Dark Souls From Software имеют талант к созданию подобных игр, вот эти ребята, они умеют копировать, но делают это очень плохо. И упал. Ой, блядь. Ну, то есть, я не получаю удовольствия от этой игры, вот чё проблема. Значит, поначалу было неплохо, интересно, по новизне, а сейчас я же понимаю, что, ну, не то. Вот, ну, не то. Have a nice day, Warren. Как бы, вроде как и скопировали, но опять не до конца. Недостаточно хорошо скопировали. Опять там, где... Они вместо скопированных мыслей попытались вставить что-то свое, у них получилось плохо. Ну и плюс локации здесь неинтересные. То есть по ним совершенно неинтересно бродить. Плошные коридоры, тоннели, серые какие-то здания, которые все одинаковые на вид. Я не знаю, что это сделал. Боевка ощущается не так интересно, как Dark Souls. Разнообразия в ней практически никакого. Ну и нахрен я сюда приперся. Медиаэлектрическая инъекция. Типа и то восстанавливаешь, но это инъекция. Не знаю, нужно ли. Я думал, здесь какой-то прогресс будет дальше по сюжету. Я ж просто-напросто не помню, где были места, которые можно открыть этим дроидом. Хоть ты тресни. Вот здесь, может быть. Не, там, по-моему. Чё-то. Угу. Божественное просто попадание. Дроиды просто улетают вверх, если им хочется. И ты по ним попасть не можешь. И вот на что рассчитывали разработчики, делая такую боевку, я не понимаю. Мой дроид, он просто бесполезен. То есть его нигде не применить. Кроме четко отведенных скриптовых мест. То есть это даже не лук в Dark Souls, понимаете? Если в Dark Souls лук был прикольным достаточно оружием, и можно было там с ним всю игру ходить и выпиливать кучу мобов при желании, здесь ты херней никого не убьешь, а просто для выманивания служит. Ну типа можно зарядить энергию, там что-то раскачать этого дроида. Он мало что даст в итоге. Проще просто отрезать конечность и убить таким образом.
Ну, идем дальше. Не знаю, искать место, где нас ждут, где в нас верят. Где от нас что-то хотят. Я надеюсь, что я не запорол вообще сюжет игры, убив ту бабку. Ладно, я ее даже не убил, я ее просто избил немножко. Да. Зачем срабатывать блоку, действительно? Ну, короче, как-то, если честно, разочаровал меня The Surge. Поначалу это было интересно, но чувствуется, что разработчикам еще и расти и расти. И, собственно, копировать и копировать. Пока что их копия. Пиратская, скорее, нежели лицензионная. Нет консистентности в боевке. Ты не можешь точно предсказать, как себя поведет враг, как себя поведет твой персонаж, как в итоге застагерится враг, не застагерится. Непонятно. Вообще все от рандома зависит, походу. И главное, что здоровье врагов не показывает. Вот это вот полный отстой. Непонятно, зачем так было делать. В итоге из-за этого ты не знаешь, сколько у врага осталось, на что ты можешь рассчитывать. Да его убьешь. Короче, сплошное разочарование. Но я пройду эту игру до конца, я думаю. Ну, просто потому, что мне... Я люблю такого рода клоны, но... Не так-то. Все не так, все не то. Вот этот бульдозер я пытался убить, но он тупо начинает крутиться вокруг своей оси постоянно. Надамажил меня. Сейчас сиганет. Роботы здесь какие-то тупо дисбаланснутые враги. Вот этот его прыжок, конечно. И следом атака идет. Мгновенно, понимаете? Никакого ХД. Как их бить, непонятно. Как вот это вот бульдозер бить, я тоже вообще не понимаю. Потому что он тупо по КД спамит одну и ту же атаку. К нему не подойти и ничего не сделать. Ну и чё подразумевалось то, что я его, там, не знаю, дроидом расстреляю, который снимает один хп, ну можно, конечно, стоять дрочить бесконечно. Ну, это же бред. Так, чё-то я тут сделал. А, это просто очередной ништяк лежит. Очередной невероятный... О, кстати, это нужно было же отдать тому чуваку по квесту, да? Да. Он просил нас. А, блядь, как надоели эти скримерочки. Ну да. Надоели неблокируемые атаки, которые нихера ничем не отличаются от атак, которые блокируются. Дебильная система уворотов здесь сделана. Ну вот это вот, это надо зажать блок, короче, и типа присесть или подпрыгнуть. Причем, как бы ты не можешь два раза подряд присесть, да? Тебе надо сначала нажать бампер, потом нажать вниз. Потом еще раз нажать бампер, еще раз вниз. Ну, типа я должен угадать, какую атаку враг сделает в следующую секунду и уклониться от нее. Угу. Держи карман Шили. Так, я не помню, куда это ведет. Хочу восстановить себе аптечки. Карты здесь не хватает, совершенно точно, потому что уровни гораздо запутаннее, чем Dark Souls. И, как бы сказать, все одинаковые. То есть здесь все одинаково выглядит. И без карты здесь начинаешь теряться. Даже несмотря на надписи на стенах, которые типа помогают. Ну, они немножко помогают, но... Ты не можешь, допустим, запомнить, в каком месте находилось что-то, чтобы туда вернуться. Потому что ты нихера не помнишь, как туда вернуться. Надпись на стенах помогает попасть в определенное место, которое, если ты знаешь его название. Не более того. Ладно. Как-то так, в общем. Постоянная вроде как игра неплохая.
Но с другой стороны, вот, ну не то. Ощущается, что местами везде недоработки. И это больше всего огорчает, потому что, в принципе-то, как бы, что-то в этом есть, но вот недостаточно. Недостаточно. Хотелось бы, чтобы эта игра тебе нравилась, но она вот постоянно тебя раздражает чем-то. Своими мелкими недоработками. Оранжерея — это идея причастия. Ну, вот, казалось бы, мелочь. Музыка, которая играет в хабе у костра, ну, в медбее. Вот, что мешало сделать хотя бы там, не знаю, десяток песен? Если уж вы хотите кантри там запилить, ну, не знаю, может, рабочим нравится кантри, вот они его слушают, да. Ну, сделайте кантри, окей. Но почему одна песня, которая повторяется и повторяется, повторяется и повторяется? Ну, это же херня полнейшая, ну, зачем так делать? И через какое-то время она тебя просто уже, ну, невероятно бесит. Это он прыгать собрался, да? Yes. Ему хочется прыгнуть, понимаете? Но не получается. Ой, ты задрал, Вася. Отдыхай. Выпей чаечку. Это мелочь, музыка играющая в хабе, но она так по ушам ездит, когда ты там, не знаю, минут 10 стоишь, ну, там что-нибудь крафтишь и так далее, там рассматриваешь импланты, и все, тебя уже просто блевать тянет. Но бесполезно, бесполезно. Чуть я взял. А кто его убил? Это я его убил. Пришлось включить музыку вообще. Из-за этого. Из-за этой, казалось бы, мелочи. И так по всей игре. Мелкие недостатки, которые в итоге портят всю картину. Я вот не помню по поводу Lord of the Fallen, какое у меня было впечатление. Но у меня такое ощущение, что она мне больше понравилась. Просто потому, что там локации были приятнее. Разнообразнее, по крайней мере. Несмотря на то, что заставили два раза ходить по всем локациям. Все равно. Ага, вас тут типа двое, вы хотите меня убивать. Я вообще не помню, я здесь был, нет? Че у тебя слабая? В игре есть немало прикольных фич, например, прицеливание в определенную точку тела, бронирование разных точек тела, может там у разных врагов быть по-разному, и то, что тебе нужно там отсечь конечность, чтобы ее дальше использовать, это тоже интересная фича, ну, чтобы там залутать с нее кусочки, но при этом как бы фарм здесь сделан, ну, просто от балды. Пофармишь и фармишь, фармишь и фармишь. Если тебе нужно прокачать новый сет или новое оружие, тебе нужно возвращаться к старым локациям, чтобы там нафармить компонентов первого уровня. Ну и зачем это было сделано, непонятно. Почему нельзя было, как в Dark Souls, поставить торговца, который устаревшими всякими штуками просто тебе продает их. Ну как, осколки титанита, да? Их же там в начальных уровнях Dark Souls ты собираешь. Вот, потом они перестают падать с врагов, начинают падать более продвинутые осколки титанита. А старые осколки, они покупаются за валюту. Здесь такого нет. Если ты, хочешь что-то сменить, тебе нужно фармить первого уровня компоненты, второго уровня компоненты, потом третьего и так далее.
Так, ну, короче, я бегал уже достаточно много в этой локации и так и не нашел, что я, в общем-то, хочу. Я даже не знаю, что я хочу. Может быть, из-за того, что я бабку побил, у меня теперь весь вся игра похерилась. Я не исключаю этого. Но она куда-то исчезла. Ну и так, к слову, вот я сейчас на третьей локации. Да заткнись ты, ну. Вот эти нудные сообщения. Ну, короче, в задницу. Я их сейчас отключу, у меня уже, не знаю, в этой игре все парит. Этот пиздеж бесконечный, мне уже надоел. Вот я сейчас нахожусь в третьей локации, и, допустим, чтобы вернуться в первую локацию, мне нужно пройти полностью через вторую. Сами понимаете, как много кайфу доставляет бегать по одним и тем же уровням туда-сюда. А мне сейчас нужно вернуться. Но мне нужно вернуться во вторую, к счастью, локацию, не к первую. Но вот если бы, допустим, надо было зачем-то вернуться на первую, то нужно бежать через все. Здесь нет фаст-трейла. Несмотря на то, что мы ездим по локациям при помощи всяких при помощи всяких... Там что-то лежит, кстати говоря. На поезде, короче, мы ездим на локации, да? С локации на локацию добираемся, но тем не менее попасть из, допустим, третьей локации в первую на поезде, ну типа фаст-трейла, возможности нет. Надо этих роботов просто заодно. Я даже не понял, что там поднял, не отследил вообще. Так, я понял, где я нахожусь в самом начале, в итоге. Так вот робот тут сидит, нахер не сплющился. Ну, всегда говорят, что дьявол кроется в мелочах. И как ты не пытайся там клонировать. Ты склонировал там общие принципы, да, игры, но не склонировал детали, внимание к деталям. И именно внимание к деталям определяет, насколько игра будет хороша. Сколько раз я уже это замечал в играх, что если разработчики не уделяют внимания деталям, игра говно получается. Даже если там общие принципы нормальные. Детали определяют индивидуальность, комфорт игрока в определенных местах. Интересуют, цепляют как-то. Здесь, к сожалению, деталей вообще нет. Вот в чем проблема. Здесь безликие уровни, безликие враги, неинтересные по большей части. Лифты, которые, блин, не работают, пока в них два раза не зайдешь. Ну, это может быть баг, но тем не менее, почему нельзя просто здесь поставить кнопку? Я ее нажму и поеду вверх. Нет, лифт, типа, работает сам. Вспомните Dark Souls, там тоже куча лифтов. Ну, всегда есть в лифте, в центре кнопка в лифте. Ты нажал ее, поехал вверх. Все, ты доволен, счастлив, как бы ничего тебе не мешает в жизни. Ты сам управляешь, ехать тебе или не ехать. Мелочь. Мелочь, казалось бы. В чем разница там? Лифт по кнопке или лифт, который сам решает, когда тебе вести? Но оказывается, что из-за такой мелочи постепенно накапливается раздражение. Я уже минут 30 рассказываю проблемы игры, но вот это из-за того, что она мне не безразлична на самом деле. То есть мне интересна эта игра, она что-то в ней есть. Там задумки неплохие, Dark Souls сеттинги, там... Технофэнтези, блин, зачем я апнул этого робота? Dark Souls в сеттинге технофэнтези никто не делал до этих ребят. Я, по крайней мере, не могу упомнить такого. В этом есть свой шарм. Там, в сражениях с чуваками в экзоскелетах и с роботами. Уже там свои приколы есть, но... Фиг знает, фиг знает. Чего-то этой игре постоянно не хватает. Да многого на самом деле. Ой, я уже не знаю, куда еще бежать-то? Кого бить? Я всех тут убил. Подожди, этот робот живой, что ли? О, боже ж ты мой. Ладно. Может быть, я здесь еще не был.
А, я забыл про это говно, что он сиганет сейчас как дебил. Ну да, блок же я типа поставил. Но ему типа насрать. Типа две аптечки на меня типа съел мои, точнее. Не знаю, может здесь что-то есть. А, это я опять вниз пойду. В лабу к этой бабке. О, господи. Чем атаки сбиваемые и несбиваемые отличаются визуально друг от друга, вообще непонятно. То есть они не читаются практически. Ну, может быть, читаются, но как-то прям, ну, совсем уж. Ой. Ясно. Я пытался понять, нахер я сюда пришел. Потому что я сейчас чуть не умер, вообще говоря. И я так и не понял, нахер я сюда пришел. Прям как залутать. Груды лома. У меня еще есть 3 аптечки на 160 хп. Вот они. Но потрачено все равно. Я не, просто не понимаю, куда идти. Во второй локации искать места, где я должен взломать что-то. Или где? Я вообще не помню. Так, тут сидит робот, ну и хер с ним, пусть сидит. Тут мы к бабке пришли. Бабка теперь сбежала. Потому что я как псих ее не давал по щам. Может быть, если бы я с ней не поговорил, то все бы сдвинулось с мертвой точки. Но теперь, короче, она со мной не разговаривает, в принципе. И исчезла куда-то. Не, ну если я, типа, таким образом запорол себе прохождение, ну, что могу сказать. В таком случае остается только поаплодировать разработчикам. Может, она должна была ко мне в хаб прийти? Я не знаю. Я не знаю. Что я тут делаю? Бегаю кругами. Просто я не понимаю, куда идти дальше. И зачем. Папка мне не объяснила. Из-за того, что я ей вломил. Теперь мне вообще непонятно, что делать дальше в игре. Ну, наверное, не стоило, конечно, бить. Но, с другой стороны, чё ж теперь. Это же не означает, что, типа, прогресс игры. Ну, блин, я сам виноват, конечно, но... Чё это? Круда металлолома. Я хочу сейчас вернуться в хаб местный. И... Отдать. Сейчас, секундочку. Отдать хилочку чуваку, который просил. Я хз, что происходит, но похоже уровень переконфигурируется. Сборка началась, что ли? Сборочный цех включился. Ок, это, видимо, новый босс будет. Какой-то робот смерти очередной. Ой. Смотри, смотри, смотри. Да, здесь поменялось все. Ну, пусть они дерутся. А я не сюда вообще хотел прийти. Я хочу в оп-центр. Мне кажется, в эту сторону. Ждется хозяин. А лифт-то давай сюда, алё.
Хотел посмотреть на текстурки этих табличек голографических. Но они не показываются. Обожаю лифт. Так, тут стоит у нас мудила. Ворота, как обычно, не работают, когда надо. Какой-то хер первого уровня меня уже отоварил знатно. Потрясающе. Начало. Похеру. Так. Не. Пошла нахер. Да я понял, понял. У меня есть имплант, который тебе нужен. Понятно, ты наркоман. Чешется стоит. Somebody's feeling much better. Oh, whole again. The body. Ну, понятно, наркоман. What? I needed to return to ops. I got banged up pretty good out there. Finally met up with some other survivors, and bizarrely, they weren't trying to rip my head off. No one knows what's going on. А это Салли. В смысле, не Салли, а тетка, которую мы встретили. Ей пуск еще отдал, наверное, да? It's all pretty wild. I don't see any reason to it. Maybe the machinery finally got fed up with being subservient. And who the hell knows? По сюжету вообще пока непонятно, что произошло здесь. Not his fault though. Look at this shitstorm we're in, and then these drug implants. I mean, sure they can keep us going, but some people can't handle it. So what's up? You heard anything? Well. There was a girl, Mallory, kept me company for a time. Man, she was something. Whip smart. Didn't get a whole lot of what she said, but очень интересно. All of a sudden. Take care, Hop. Okay. Я так и не понял, когда все это с вами тут произошло. Так, давайте пообщаемся с нашей неведомой подругой. Glad you're okay. I thought I'd never see you again. Did you find help? I lost your signal near the old R&D compound. What if Resolve isn't what we think it is? Those media stories were discredited ages ago. Surely you can't mean them. Creo actively destroying the atmosphere to keep funding going. Or my favorite, the rich person's pleasure palace in orbit. Come on. We're not that gullible. And besides, the rest of the world would have noticed. Конечно. Too, Warren. You're knocking at the wrong door, but I'm pretty sure management would be the right one. At this point, I'd rather kick it in. Why would I trust management? Hey, come on. We've got some actual geniuses up here. But they're probably in the same situation as me. Да я вообще не вижу смысла им верить. Я бы их сжег нахер, да и все. And I thought you had all the answers. I thought we'd been over this. All I can tell is that there was some kind of electrical malfunction that ripped through the system. Are you okay? What's your situation? I'm fine. I'm just sealed in the executive forum. When it all started, everything got locked down up here. I can't get out. But fortunately, nothing can get in either. Да, а жрать-то что там будешь? I have no idea how to get to the executive forum. First day on the job, remember? Well, the official route. Короче, что делать? В конце производственной линии. Здесь типа что ли? I'll be here. I should go. В смысле, в этом здании, ну, собственно, на этой локации. Просто сейчас ни хера непонятно. Чё делать, куда идти? И кто не говорит мне, вот, парень под наркотой, ему норм. Ладно, видимо... Ой, так ты. Чё стоим? Впечатал. Так, опа, 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 смотри, смотри, смотри. Секьюрити подвезли обратно.
Слушай, ну я бы твои шмотки-то забрал себе. Хотя ты конченый, я помню. Ой, они вдвоем пошли на меня. Пидоры. Тихо. Полетел парень. Он какой-то это, активный. А ничего, ничего. Потихоньку, полегоньку. Ой, смотри, пробили блок. Ясно. Ну, посрать вообще. Да ты больно бьешь. Убьет сейчас, убьет сейчас, убьет сейчас. Да ты посмотри. Понимаешь, даже когда он убегает, даже когда я делаю удар в слайде, ему просто плевать он. Ты что-то какой-то жесткий парень. Он все равно разворачивается и долбит по мне. Ага, отлично. Сейчас убьет опять. Да что ж ты будешь делать с ними, ну? А как он двигается во время блока? Вот это хотелось бы мне знать. Или некоторым можно, а остальным нельзя? МГ Гаргона. И что ты делаешь, чувак? Не смешно. Ага. Я просто бог этой игры. В плане боевки. Я, видишь, он тупо контратачит. Ладно. Я буду брать его тогда на контратаку. В шатал. Чертеж снаряжения Гаргона. Вот это интересно, кстати. Интересно, еще резаются эти ребята или нет. Теперь. Теперь-то они могут резаться. Да иди в задницу. Ой, подожди. Впрочем, ладно. Гаргона. Защита 15. Защита 20. А у меня 16. Неплохая вещь. Плохая вещь. Да, там у меня тоже гаргона получается, да. Рука есть гаргоновская. А ноги нет, надо ногу выбить. 17 каркас экзоскелет второго уровня. А почему у меня их нет? Я же бью врагов вроде второго уровня. Непонятно. Отвали, козел. Хм, похоже, ребята не отреспились. Ладно. Это уже хорошо. Вопрос там, куда мне теперь идти. Пройдем, наверное, туда, где что-то поменялось. Я, впрочем, вообще без понятия. Вот. Чем все-таки Dark Souls отличается в лучшую сторону? И тем, что здесь нет бэктрекинга. То есть ты прошел локацию, ты прошел. Все, дальше идешь по своим делам, куда тебе нужно. А вот здесь, судя по всему, тебе нужно возвращаться в старые локации. Для того, чтобы там, ну, делать какие-то вещи. И вот понять, в какой момент нужно вернуться и что нужно делать, вообще невозможно. Но вот она мне сказала, типа, иди куда-то. Я еще знаю, куда. Жжется, хозяин. Да, парню вообще плевать на дэмэдж. Ну, хоть напузник возьмем. Для запчастей. Я туда иду-то вообще. Прошу прощения. Ай, залетел. Не туда. По-моему, я не туда иду. Ой, больно. Ой, больно. Я хороший потратил. Аптечки. Плохо. Я не туда пришел. Ну, собственно, не тем путем, которым хотел. Я сейчас с трудом. Вот эта локация самая большая из всех трех.
И здесь ориентироваться можно, конечно, можно, да, но с трудом. И многовато врагов. Ну вот, взял и умер. Подонок. А, да. Атака не блочится. Я, по-моему, не туда пришел, куда надо было. Здрасте, робот. Вот тебе вот надо было до меня докопаться, да? Больше тебе вот в жизни делать нехрен. Иди там, вари что-нибудь. Я пошел не туда. И трачу на это дело аптечки, которые мог бы тратить на что-нибудь более полезное. А, потому что я физически не запоминаю все маршруты, которые здесь есть. Здесь чудовищное количество коридоров, ответвлений. Куча петель. Вот, можешь бесконечно там бродить по одним и тем же коридорам. Вот, короче, чувак с огнеметом, например. Я ему сейчас отрежу руку. Нет, почему-то не отрезал руку. Зачем мне нужно тело, например? У них ликвидатор, у меня этот сет есть. Я не понимаю, почему они в нем ходят, раз они какие-то огнеметчики. А вот, вот сюда попасть, наверное, можно теперь. Видите, где вентилятор? Я ж не мог туда как раз попасть раньше. А здесь есть место для дроида. Так, ну. Так, что это он там делает? Какие-то бомбочки кидает с газом. Ну, мы так и будем, короче, бомбочки кидать. То мне такое оружие нахрен не нужно, на самом деле. Поэтому... Я вообще-то не это хотел сделать. Почему не отрывает... Ой, опять это говно. Интересно, оружие выпадет? Нет. Огнестрел здесь не падает, я так понимаю, с врагов. Ну, это сложно, конечно, назвать огнестрелом, но, в общем, не милишное оружие. Падла, все-таки ударил. Ну, что за мудак? Третий уровень. Запчасти, это хорошо. Я потрачу на апгрейд, скорее всего, текущего своего оружия. Ну что, попробуем еще забить эту тварь. Роботизировать. Я так и не понял, куда его бить, вот честно. Подожди, тут что-то есть для меня. А он типа упала. Вот этот не так, ну, не спамит свою круговую атаку, а вот там, который в третьей локации, он прям постоянно одно и то же спамит, одно и то же. Я не понял, куда ему бить, если честно. Он навонял опять. Пошел крутить. У него, видите, атаки хотя бы различаются. Или нет. О, опять это говно. Сложный какой-то мук. Непонятно. Как он надамажил меня, если я стою рядом?
Не бьется, короче. И непонятно, что ему бить-то, ну. Вот, вот это, наверное, надо бить. Во, когда он открывается, но... Я не могу, у меня стамина не восстанавливается, когда он открывается. В чем смысл тогда? Да гуди! Опять навонял. Да боже ж ты мой, ну. Нудные здесь роботы, честно. Плохо читаемые. Плохо понятные атаки. Плохо понятно, как вообще их атаковать. Какую сторону. С какой стороны. Плохо уверен, не уворачивается. Нихера он от них. Атак. Пиздец мне. Нет. К счастью, нет. Ничего, ну какая-то странная битва, да? Согласитесь. Совершенно непонятно, по какому принципу убить-то. Запчасти какие-то у него отдельно не ломаются. Я что-то не понимаю. Ну вот он упал. Еще что он упал. Странный, странный моб. Ну, ну непонятный просто. Я так до сих пор и не раскусил, что ему бить надо. Ну я, конечно, не скажу, что я там... крутой парень, который лучше всех играет в игры. Но все-таки я довольно много игр подобной серии проходил. И должен был бы понимать, наверное, что с ним делать уже. Сколько я с ними сражаюсь. Далеко не первый у меня убитый моб такого типа. Но ни хера. Прости. Ой, хорошо, что ты мертвый. Me human написано. Я человек. Че я поднял? Конденсатор из-за костюма какой-то. Да заткнись ты, блин, реклама, бесишь. По мозгам ездишь. Так, не нравится мне, конечно, это коридорчик. Плазменный регенератор. И чувак набегает. Отпилил. А тут что какие-то какой-то ультрафиолет. Опять. Здрасте. Че с ними? Они боятся ультрафиолета или что? Нет, хорошо, конечно. Я, наверное, буду даже трогать их не буду. Happy birthday, little brother. Hope you're doing okay. We haven't heard from you in a while. Is work taking over again? I know the added responsibility will take a while for you to get used to. Not really in your nature to be the boss. Seriously though, we appreciate everything you're doing for us. Don't think we don't. You're always in our thoughts and prayers. Mom misses you madly, of course. Her widow pumpkin. We all miss you. Enjoy your party and the cake. You're the best. Love, Peggy. И с другой стороны, я теперь могу зайти. Замечательно, очень интересно. Нахера я это сделал? Что-то я не догоняю. Типа, если мне с одной стороны не нравилось, я могу теперь с другой заходить. А, это чувак с этими пышкалками непонятными. Это как он меня ударил? Вот он ничего не сделал, ни одной анимации не было. Странная, странная игра, честно. Странная боевка, которую нечитабельная абсолютно. То есть анимации никакой не было, удара, он меня чем-то дамажил. Ну круто. Псих идет. Мистер Псих. Сломался. Мистер Псих. Чуть такое. Какая-то зеленая бобина крутится. О боже. Короче, больше врагов, богу врагов тут. Явно. Ты какой-то странный.
все какие-то странные, ребят. Хорошо, что у вас хотя бы части тела открытые. Ау. Зачем ты меня так больно ударил? Тварь. Надо их выманивать. И все равно он меня ударил. Ну, слишком медленная, потому что боевка. Ой, боже. Переведись, пожалуйста, на левую ногу. Ладно, левая рука тоже сойдет. Уходим, пожалуйста, не надо бить 13-й раз. Это плохо для меня заканчивается. Идет рука хотя бы. Потихоньку, полегоньку. Достаточно такое методичное уничтожение. Так, а у этого? Я был первый. Извлекатель 2 всего лишь тут лежит. Понятно. Говно. My first course of action was to inform my supervisor, considering the matter closed. But here it is again. It's infuriating. My only conclusion is there are problems down the line. Unless changes have been made and we have not been notified, which is completely unacceptable. But every time I raise the matter, here I am. Надо. О, я восстановил их. ХПшечку, это прям замечательно. Там то, что нужно. Навонял что-то все. Оно тебе надо было. Успокойся. Так, парень с огнеметом. Иногда я чувствую себя самым медленным в этой игре. Все меня успевают покусать. Каждый дамажит чем-то. Сволочь, сволочь. Это что такое? Тут делают человеков или что? Воздушная башня. Опа, ништяк, не завзял. Не завзял. Так, тут можно спуститься вниз вообще. Хочу ли я это делать? Это другой вопрос. Подожди. Там же была комната, из которой я выбежал. Там синие ящики стояли, ага. Вот еще тут такое оружие лежит. А, это оружие, которое у меня уже давно есть. В принципе. Я могу запрыгнуть. Но зачем? Да не зачем. Ничего тут нет. Это куда? Это к месту, где делают человека. Возможно, там новый экзоскелет будет? Хотя, блин... Если это будет означать, что... Мне придется старый снять и приделать новый, это, конечно, не круто. Я старый-то... С болью надел. Припаяли мне его на живую. Так что не могу сказать, что это очень круто. Ящики так взрываются знатно. А, здрасте. Да, я понял, что ты какашками стреляешь. А чё тут? Опа. А, да что ты будешь делать? Да, понял, я понял. Откуда же я знал, что я тут?
камера, это я ее даже не заметил. Сообщение. Stupid stuff like that may be amusing to you, but I worked hard to get my position, and I don't want to lose it over some cold-blooded. Багов. Там робот, блин. Я здесь был? Да хер его знает. Воздушная башня. Вроде как был. О, это ты. Здорово. Ирина, Ирина ее зовут. Поговорим пока. Смотри, она приоделась, по-моему. Блин, я не ее хотел. Сука, она теперь на меня наагрилась. Ой, дурацкая игра, блядь. Ну я не хотел этого делать, ну правда, ну серьезно, блядь. Ну... Ой, ну подумаешь, пару раз втащил. Пошел нахер тогда, сука тупая. Пизда, блядь. Что у меня сегодня с NPC вообще не прет. Точнее, последние две серии, блин. Я их убью. Ну тут совершенно случайно, блин, втащил из-за того, что этот хер шел. Ну правильно, давайте поставим NPC там, где враги стоят. И атакуют тебя сразу же. Вот классная идея. Сука, блядь. Все. Одним NPC меньше. Наркомана кого-то выручил, а бабу, блин, завалил. Ой, бесишь, ну. Шлюпок. Такой разговор был нормальный с ней. Ну что за говно? И не загрузиться ведь никак, ничего не сделать. Параша. О, я помню это место, кстати говоря. Новый экзоскелет? Ну, смотри, правда. А мне будет больно, когда мне будет его ставить? Я не хочу. Я был с той стороны. Теперь сюда, оказывается, можно было попасть. Я еще подумал, что не зря этот человек тут нарисован. Наверное, это с экзоскелетами как-то связано. Ну что, Ирина отъехала. По этому поводу могу сказать, что пошла бы она нахуй. В таком случае. Я не помню, я здесь был вообще, нет. Все здесь поменялось теперь. Ну, конечно, я расстроен. Пытаюсь, понимаешь, за цинизмом скрыть свое расстройство. На самом деле, очень сильно огорчен, что так получилось. Если бабку я втащил вполне сознательно, потому что она что-то охеревала, то Ирину жалко. Я не хотел ее бить. Я еще так такой, блин, одного удара недостаточно, втащу-ка я второй раз. Втащил. Опять я пришел хер знает куда. А-а-а. Так я тут был, да? Это самое начало. Шорткатик типа. На 20-30 тысяч душ. Между делом. Ну а теперь уже ничего не попишешь. Загрузок в этой игре, как и в Dark Souls, нет. Поэтому... Тихо. Что-то прям вообще я сегодня расстроен. До нельзя просто происходящим. Я сюда как-то по-другому попал, не? А вон, смотри. Че? Не базарь. Открывай давай. Зашибись.
А, я пришел туда, где чуваки молятся. Молились, по крайней мере, да? Какого тут уровня цепь-то, я не помню. Да идите нахер. 70-го, понятно, здесь рано. Рано я сюда пришел. Дауны. Пошли нахер, блин. Из таких, как вы, я девушку убил ни за что, ни про что, суки тупорылые. Просто отстой. Все отстой. Все пошло не так, как я хотел. Абсолютно. А, дерьмо. Тоже какая-то дверь. Ай, да ёперный. Я понял, что это дверь, да. Там робот что-то делает. Здорово, робот, что ты делаешь? Ящики чинишь. Но я, в принципе, не вижу смысла к нему. А за ним там какая-то дырка. Чё у тебя тут есть? Там ништяк. Знаешь, что, робот? Паков. Матрица поддержки версии 2. Это, конечно, прекрасно. Я надеюсь, сейчас не убьюсь тут. Ну, тут поменялись враги. Между делом. А, я здесь был, да. Я помню. Там я еще не был, не знаю, как туда попасть. На обход с той стороны. Ну, пока, ладно. Давайте, я вот здесь хотел спуститься. Еще вниз, нихера не видно. Ну, естественно, поставили сюда мудака. Нет! Двух мудаков поставили, пардон. Отлично, прицеливание божественное. Что происходит, я не знаю. Я, видимо, ему бэкстеп сделал. 32 тысячи душ уже не хотелось бы потерять. Так, что-то у вас закрыто-то, на. Красная линия, идем по красной линии. Да хватит, блин, дымить, ни хера ж не видно. Пошел, пень, быдлан. А вот и обход этой цепи. Я помню, когда проходил какой-то раз Dark Souls первый, то случайно втащил Солеру, когда был в Анарлонда, и он также на меня обиделся, и, кстати, пришлось его убить. Тоже было грустно. Ну, что поделать? Конечно, unnecessary casualties, но... Я не могу прицелиться его ногу. Очередное унылое сообщение. Мистер Фергюсон, Creo is a company with a global reputation to uphold, and the employees under your supervision have not only broken company policy, but also numerous federal laws. Still, as you have repeatedly assured us of their reliability and are willing to answer for these individuals, we have decided not to pursue this, but be assured, we will not accept any future transgressions. As a part of Creo's administrative team, we know... Просто с текстурой... Короче, геометрия не совпала. Трубы какие-то левые неправильно торчат. Так. Я опять куда-то пришел. Вообще полностью не знаю куда. Не знаю зачем. Там кто-то стучит. Подожди, ты что, нормальный? Алло? Я не могу его втащить. Ага. Пнул один такой. Да я открою. Я это умею, в отличие от тебя. Я, кажется, знаю, где я.
Да. Тут раньше было закрыто. Free them all. Освободи их всех, написано. Туда я могу спрыгнуть, но... А я там был тоже, да. Ужасно запутанное место. Я надеялся, что мне больше не придется возвращаться на эту локацию. Но, как видите, просто игра вынуждает это делать. По новой идти. Сука. Быдлан порылый. Там еще, по-моему, пачка таких же ребят. Конечно, это хорошо, что локации здесь такие разнообразные. Ну, как не разнообразные, а именно вот... А, как бы это сказать? Короче, замыкаются. Много различных проходов замыкаются в одни и те же локации. Ну, это типа делает их как-то более реалистичными, что ли. Открывает много возможностей, но лично для меня это боль. Я начинаю в них теряться. Тем более у меня 38 тысяч душ уже. Я знаю, конечно, как отсюда попасть. Это давайте, наверное, так и сделаем. Я бы мог продолжать ходить по этому уровню, бить мобов. Аптечек пока, в принципе, хватает, но 38 тысяч душ я бы лучше потратил на прокачку себя, чем просто потратил их впустую. Отдохни, родной. Ну и да, надо уже заканчивать серию, что-то я уже долго записываю. Я что-то расстроился так из-за этой Ирины. Забил считать время. Там этот придурок всю головой бьется. Могли бы уже что-нибудь там новое сделать. Welcome, сама ты, Моран. О, да, блин, не то. Неплохо я так уровни поднял. Прям вообще неплохо. А вот у нас экзоскелет второго уровня. Давайте апнем. Не очень понятно. Давайте пусть будет беленький. Как я это сделал физически? У нас открылись ячейки для имплантов. Я как раз гадал, будет ли возможность это сделать. Оздоровительная инъекция третьего уровня. Так, она требует 6, а у меня 4 свободных. Ну, в принципе-то в чем проблема? У меня куча расходников, которые мы сейчас потратим, да и все. Но не факт, что хватит на самом деле на прокачку еще двух уровней. Больше аптечек, это значит, я больше смогу передвигаться по уровню без необходимости возвращаться к хабу. Вроде должно хватить. 54-й. Есть смысл, наверное, на 55-й сразу качнуть. А это что такое у нас? Восстанавливает здоровье, когда сотрудник оказывается при смерти. Здоровье установлено 3 в секунду. Понятно. Такое себе. Поставим инъекс. Вообще бы я 55-й вкачал и сходил, например, на первую локацию, посмотрел, что там за 55-й дверью. Она там, по-моему, есть. Она там, по-моему, есть. Что-то еще было, по-моему, интересное. А, тут медиэлектрохимическая, это которая меняет здоровье за счет энергии. Тоже, кстати, интересная вещь. Типа накопил энергии, потратил на хпшечку. Я бы лучше, наверное, вот эту штуку впендюрил. Которая сахар предотвращает. Но я не знаю, их можно ли две ставить. Да, блин. Сюда давай инъекцию.
Сейчас посмотрим, что у нас там по расходникам. Хватит ли мне... на еще один уровень. Не факт. По 200 восстанавливает. Не, не хватит. Важно, конечно, подфармить, типа. 14 тысяч. Пойдем кого-нибудь поубиваем. Но 180, конечно, это несерьезно. Согласен. Ладно, давайте я займусь этим между сериями. Что-то я завис. Такой. Между сериями подфармлю. Коплю себе душ. Прокачаюсь. Кстати, меч, по-моему, можно уже прокачать, да? А, нет, смотри, не хватает вольфрамового сплава. Все равно. Третий уровень. Почему-то. А могу я скрафтить себе броньку? Вот эту. Нет. Нужно каркас выбивать. Ладно, тогда на сегодня закончим. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. И всем пока.